Как у вас дела? Расскажи про себя чуть-чуть. Я сегодня встала на сноуборд. Я, честно говоря, этого боялась. Думала, сейчас я встану и тут же что-нибудь себе сломаю. Потому что до этого я каталась только на лыжах, но в какой-то момент я один раз упала сильно и подумала, что если, блин, я буду так делать, то что-нибудь сломаю, и мои девочки будут в шоке. Потому что со сломанной ногой выступать на сцене — это не круто. Вот. А сегодня, короче, я встала на сноуборд, и я поняла, что, блин, это такое мое. В общем, мне очень понравилось. Ну, мои маленькие, ну, не каникулы, но типа приключения сейчас закончились. Я вылетаю в Москву, завтра уже работаем. Вот. И что я хочу сказать вам? Надо выбираться. Вот я сейчас выбралась буквально на 2 дня в Сочи. Первый раз не на гастролях, это так было круто.